И снова всем привет, дорогие друзья! С вами NoFX! И Шемора! А мы продолжаем играть в ARK Survival Evolved, ребята! И сегодня мы будем с вами рассматривать крутое новое обновление от разработчиков ARK Survival Evolved, которое вводит нам много нового и интересного. Во-первых, новый динозавр Галимимус, его зовут как Галилео, как Галимый. Ну, будем называть его Галимый, мне кажется, так классно, да? Галимый Дино, ха! Я на Галимом еду сегодня, ёпта, а ты? Ну, в общем, такой вот Дино у нас появляется, которого мы сейчас поедем с вами томить. Также появляется SWAT Armor. Доспехи спецназа, грубо говоря, да, американского. Ну, не знаю, это мы тоже посмотрим, ребята. Также нам ввели какие-то там шапочки, палку, которая станет. В общем, решили сделать, видимо, полицию в арке. Дабы не впалиться, сделаю им полицию. В общем, ребята, мы сейчас будем делать, значит, с вами седло. И полетим на место, где обитает, соответственно, наш галимый динозавр. То есть мы его притомим и, соответственно, сделаем все, что нужно. Ты взял, кстати, дротики? У меня просто 5. А у тебя в этом я положил. В птеродандончике моем? Да. В моем дандончике. Поехали смотреть на него. Поехали смотреть на него. По поводу рейда, ребята, к рейду готовимся. Там еще много чего нужно сделать. В общем, на рейд мы еще слетаем, я думаю. Ну, соответственно, наша задача сейчас посмотреть обновление и посмотреть на этого галимика. Что он из себя представляет. По фоткам, кстати, что тебе напоминает этот динобро? Этого, страуса. Страуса? Как думаешь, да. В землю морду зарывает? Не? Навряд ли. Ну, то, что мне понравилось, что на нем втроем можно кататься. О, господи. Это ребята, седло, что ты скрафтил сейчас на троих. Ребята, тройные поездки, ёптить. С друзьями сразу. Но я так и понял, это полицейская машина, блин. Я тебе говорю, сват броня, палка станет. Это просто выезжаешь на пляж на Галимом, значит. И все, как бы понеслась крошить бомжей там. I'm a police officer. Stop your dinosaur right now. Прикинь, да? Такая дичь просто втирать кому-нибудь. Ну ладно, мне кажется, это довольно весело и интересно на самом деле. Поэтому посмотрим. Так, а где они у нас обитают, получается? У того обелиска, да, дальше? Ну вот здесь обитают, как я вижу. Вот здесь, прямо вот под нами. Вот, нет, чуть дальше, вот за сиреневым лучом. Окей, мне просто нужно присесть, отдохнуть, поэтому я сейчас снижаюсь. Так, здесь галимиков не видно пока. Галимиков не видно, тут бронто постоянно. Еще справа вот на вот этой горе, что справа от нас сейчас, по идее, тусуют. Ну и за этой горой там вообще громадный участок, где они должны быть. А за горой, которая справа, ты имеешь в виду, да? Да. А начинается их место тусования, получается, где-то вот здесь, да, в этой области? Да, за этим. Блин, что меня дергает? Ну да, как-то тебя странно дергает почему-то, передергивает постоянно. Я не знаю, с чем это связано, но, видимо, с чем-то это связано. Так, я пока ничего не вижу, пока ничего не слышу. Пока абсолютная тишина. У тебя что там как? Пока нет, тоже не вижу. Вообще не наблюдаю, чтобы кто-то здесь находился сейчас. Новенького ничего не видно. Сука, его же здесь нет. Это очень странно. Может, его дрюканули? Подожди, что-то наблюдаю. А, нет, это паразавр прячется. Ничего не вижу. У тебя как? Тоже нифига тут нет. Полетим за гору? Подальше чуть-чуть? Да, я тоже думаю, туда лучше. Давай. Здесь... Не, здесь нету, короче. Давай через гору. Через гору на ту сторону, короче, я перелетаю и лечу сейчас в сторону горы. Там уже, ребята, осмотрим ситуацию. Если он там есть, то мы его, естественно, дрюканем. Если его там нет, то мы его дрючить не сможем. И все, ребята, и просто рассказали вам про обновление. И этого достаточно, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока. Все. Я пошел. Это была шутка юмора, ребята, поэтому... А, блин. Это шутка юмора была. А, ну, в принципе, мы рассказали про обновление. Я думаю, ну, да. А что, много так, многие так делают? Сука. Ролики по 4 минуты, нормально, мы же рассказали. Что еще надо? Ну, да. Так, здесь киски воюют у нас с птицами. Я на горе сейчас. А я это, пикирую вниз. Че, опять со стаминой проблемы? Да.
Крутое пике, ребята, у Артема, видимо, случилось. Я сейчас на горе, давай над горой соединимся тогда. И да, уже посмотрим. I'm coming. I'm coming for you. По идее, это самое большое обиталище, которое должно быть, да? За горой. За горой именно. Там... Подожди, там не там ли гора тирексов, где тирексы обитали? Ну, это рядом вот с этой горой, а это именно за горой, за рекой, ну, за болотом там, где раньше река была. Сейчас я над горой взмахиваю. Лечу. Я пока не вижу тебя. Я пока не вижу тебя. Ты над ней сейчас, нет? Вот сейчас. Ага, вижу, да. Ней. Во, вижу. Так. За болотом, за рекой. Там вот за речкой. Туда, по прямой. Так, а где ты? Сейчас. А. Вот он я. Приземлился. Стаминка. Вот туда по прямой, где вот лучи, вот это все. Вот тут вот громадная зона, где они тусуют, по идее. Ну, давай проверим. Давайте проверим, ребята. Есть ли там эти бомжики? По-любому должны быть. Если должны разработчики, быть. Конечно, не решили опять сделать патч, а ввести животных чуть-чуть попозже, либо ввести их где-нибудь вообще в одном месте, вместо тех указанных, которые они должны быть. Помнишь, как мы с тобой искали кенгуру-то, да. Блин? Не раз такое было. И не только с кенгуру. То есть, да. Каждый раз, в принципе, со всеми животными, что вводят. Вводится какое-то вот животное, фигня. И оно появляется там в одном месте вместо обозначенных тех, которые должны быть. Так, я сейчас... Потом правят это еще. Так, а ты где? Вниз, вот сейчас над речкой. Ну, над болотом. Угу. Я тут тоже пока никого не вижу. На болоте точно никого. Кецаль летит большой. На самом болоте абсолютно никого, да. Что-то вон. Я тебя не вижу. Ну, я над болотом сейчас пролетел дальше. Голубой луч видишь где? Угу. У нас темнеет, это очень плохо. Видимость начинается плохая. Я думаю, нам стоит с тобой присесть и утром уже отправиться на поиски. Да. Давай, присядем, ребята. Увидимся утром. Баданч. Ну что, ребята, утро наступило. Мы, соответственно, готовы искать и уничтожать маленьких динозаврят. Не уничтожать, точнее, а нагибать для наших нужд. Точнее, дротить их. Давно мы не дротили, дорогие друзья, новых динозавров. И, соответственно, вот он, по-моему, да? Вот она, маленькая кисочка. Посмотрите на него. Посмотрите, я нашел, братан. Угу. Маленькая дичь в камень здесь упирается. Нет, тут война идет. А, ну я начну его дрючить, посмотрю, как он бегает. Поехали. Первое дрючилово пошло, и эта дичь, сука, спрыгивает вниз. Нифига он носится, слышишь? Быстро. Чувак, жесть какая! Че там? Это просто... Куда ты? Куда ты, маленький, летишь-то? Да ди, он улетел просто вниз с такой скоростью, братан. Он быстрее паразавра бегает и бегает по всему, что видит вообще. Куда он делся, блин? Только что я его видел. Не знаю. Я просто дрюканул его, и он просто унесся с такой скоростью дикой. А может, в воду нырнул? Вон да он! Только что здесь. Вон он! Вон он! Через речку перебежал просто! Офигеть! Как машина какая-то! Посмотри, как он быстро плавает и бегает. Это просто дичь. Вот он. И как мы его здесь дрючить будем? Вот вопрос. Назревает у меня. Как его здесь дрючить? Пойду-ка я еще другого поищу. Давай, я пока за этим послежу. Есть один, должен быть второй. Да-да-да. Сука, морское чудовище, ребята, посмотрите. Передвигает своими маленькими вонючими лапками, которые я сейчас буду отстреливать, ёпта. От папы охотника хочешь убежать, сука маленькая? Папка охотник просадит, нихера себе втопил! И в воду ныряет, сука, притонуть хочет, а? Братан, это дичь. Не возьмешь меня живым, говорит, да? Не возьмешь меня. Он просто ныряет в воду сразу, знаешь, как будто знает, да я лучше, сука, утону, чем притомлюсь вам, бомжи. Господи, он взмывает просто... Ребята, вы видите эту... Что-то, по-моему, разработчики ему со скоростью переборщили, не? Походу.
Они ему как маленький... Его сейчас змея сожрет, я чувствую. А, хорошо, хорошо. Прижал, прижал его. Сейчас у меня здесь змея. Главное не приуснуть сейчас, ребята. Не приуснуть. Юзаем, 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 юзаем. Ребята, тут змея напала. Где? Где, сука, ублюдок? А где маленький? А вон он. Братан, у меня тут приключения на жопу. Просто жесть, ты не представляешь. Нормально. А я тут по этим... По джунглям летаю. Да пошли вы в жопу, блин, змеи. Где маленький? Тут дилки. Ёлки-палки, вот это приключение. Ёпта, ёпта. Кто там куда побежал? Фиоми, стадо Фиоми убег... Он в болото прибежал. Жесть. Короче, у меня все плохо, братан. Ну, улетает туда тогда. А, да, здесь, здесь делать нечего. У тебя ты нашел кого-нибудь? Вот, смотрю. У меня здесь фейл. Его не прижать было, и он куда-то скрылся, слышишь, в дебре. Но тут уже змей много. Я не думаю, что здесь его томить как целесообразно будет. То есть нового свежего у тебя нет, да? Пока еще нет. Что-то мне змея так накидала, что как-то странно. Меня даже, блин, стимулянты не берут, сука. Какой-то яд у нее был жесткий, друзья. Видимо... Видимо, крепкой концентрации. Плевок прямо в лицо. Задев мое левое яйцо. Так. Так. Нигде не вижу пока. Че, он один? Не верю, что он один был. Мы когда просыпались, их было больше. Эх, ребята. Неужели упустили мы? Че, у тебя никого? Разбежались, может. Разбежались, разбежались. Видимо, одни паразавры. Да, одни паразавры. А паразавры с ними так сливаются и че? Ну, очень похожи на паразавров они. Визуально. Ладно, надо искать. Ладно, надо искать. Хорошо, друзья, увидимся, когда найдем. Что ж, дорогие друзья, вот она наша дичь. Все-таки мы нашли, поймали одного и уже запихнули в него межобери. Межобери. Вот эту вот ягодку они кушают. А, кушают наркоту, кушают кукурузу, ребята, и кушают кашу из яиц демонов. А, но у нас, к сожалению, есть только межобери. Соответственно, динозавр у нас, видите, бессознательный. А, получает сейчас много наркоты для того, чтобы ему стало лучше. И он, соответственно, томился. И вот так вот он выглядит у нас, ребята, со стороны. Вот такой вот весь маленький, покоцанный. Тупые вытаращенные глаза. Абсолютно тупой взгляд потерянный. То есть, ну, может быть, это от наркотиков, конечно. Но он очень странно выглядит. Кстати, напоминает чем-то собачку, если честно, да? По морде лица. На собаку похож? А? Как считаешь? Какую-то хрень похож, непонятную. На собаку не похож? Не, на какого-то дрища собачьего похож. На маленькую собачку. Вив! Вив! Такую, да? Такие, которые задираться любят на улицу на больших собак, а потом прячутся за ногу хозяина. Вив! Сука, что-то... Да-да-да. Что-то типа такое, собака-задира. Ну что ж, дорогие друзья, мы дождемся, пока он дотомится, и уже наденем на него седло, дабы затестировать эту дичь. Поехали! И вот она, наша дичь, просыпается, ребята. Наша спящая маленькая красавица, которая, правда, похожа на собачку. Слышишь, маленькую? По внешнему виду, по всем признакам. Еще так моргает тупо. Сука, такой тупой-тупой взгляд у тебя. Какой же ты тупой динозавр маленький. Ну ладно. Тем не менее, дорогие друзья, мы навешиваем на него седло. Для троих, ёптить. Слушай, он похож на велосипед. Ну-ка, сядь-ка рядом. Ты спереди? Ох, нихера жопа у тебя какая! Нормально у меня жопа, блин. Ну-ка, а слезь-ка. Сам жирный. Сам жирный. Нихера себе. Ау! Я в крокодилов прыгнул. Ладно, в одного. Ты где? Я спрыгнул случайно. Где? Сейчас потеряем динозавра, братан. Ладно, ничего. Господи, сука! Он умер. Ха-ха-ха!
Братан, я прыгнул на крокодила, и он сдох. Это жесть. Вместе с седлом. Он сдох вместе с седлом, сука. Да ладно, седло у меня. В смысле? Ну, я забрал седло сейчас с него. А? Я застрял в дереве. Осталось сдохнуть в баге, слышишь, когда застрял в дереве. Где ты? Ребята, сезон окончен. Где ты? Я в лесу, я убежал дальше в лес, напуганный. Наверх? Поднялся? Это самая эпичная съемка. Съемка обновления в Ark Survival Evolved. Ты не в дереве. Где ты в дереве? Да я уже выбежал из дерева и камня. Ребята, как вам новый динозавр? Ёпта. Как вам... Ребята, это самое эпичное, что, сука, могло. Никому не рассказывайте. Я это вырежу нахер. Но, нет, ну я это не вырежу, потому что надо было вам показать. Но томить второй раз я его не буду. В общем, видимо, не судьба нам побегать втроем, ребят. Да притомим мы еще одного. Но, тем не менее, это, сука, я просто нажал shift, побежал вперед, он упал прямо в крокодила. Сука! Ладно. Опустим этот момент. Давай баланс. Где ты? Возьми меня. Нет. Возьми меня. Собирайся пешком, блин. Наказание. Да будет еще один. Да будет. Да как-то наказание. Он просто... У него педали тормоза, сука, нет. Ты видел, как он бегает, с какой скоростью? Он, сука, как втопил со скалы. Я даже остановить его не успел. Я отвечаю, это какой-то велосипед семейный, блин, а не динозавр. Но тем не менее, друзья... Страус гребаный. Страус гребаный. Велосипед, блядь. Да. Ты где, на? Я тебя не вижу. Да блин, я на пляже уже. Так скажи, наркотики что на пляже, собираю. Блин, в лесу ли, ищу тебя, блин. Я уже на пляж выжил здесь, любуюсь видами. Друзья, тем не менее, обновление не только это говно нам вводит, как говорится, но оно нам еще вводит Сват, армор и дубиночку, которую мы потестим на друг друге, но перейдем на другой сервер, где у нас снимается величайшая рубрика под названием «Мастера-строители». Увидимся через одну секунду. Ну что же, друзья, вот мы и здесь на нашем сервере, где мы снимаем рубрику «Мастера-строители», и, соответственно, вот так вот выглядит наша новая ОМОНовская броня, дорогие друзья. Броня специального подразделения. SWAT! What the fuck? Вы посмотрите, какая дичь сейчас в руках у Артема, братан. Жесть просто какая-то. Это вообще жесть. Это просто... Смотри, кстати, можно твои булочки прижечь. Вот так вот левая булочка прижигается. Вот так вот вторая булочка прижигается. What the fuck? Я понял тебя. Ой. И оно сломалось. У меня сломалось тоже. О, жесть. Братан, убивай его. Надо дестроить срочно. Мы получили сломанные дубинки. Сука. Ребята, ни в коем случае не пробуйте убиться, блин. Убить этими дубинками эту тварь. А че он первого левела-то? Я не знаю, че он первого левела. Как я там? Я пытаюсь его... Я... Все. О, все. Нету. Сука. Кончились наши дубинки, ребята, очень быстро. Об альфа. Сука, в мели больше не трогаем. Никого. Починить-то их можно? Сколько там? А, там только англер нужно для починки, прикинь. Для починки только англер? Да. Ну, то есть, получается, они на самом только деле... вот эта фигня из рыбок. Они, получается, на самом деле очень быстро ломаются, скорее всего, обо все. Ну, смотри, как быстро сломался. Это несколько ударов, все. Я вообще один раз ударил. А если поджарить вот этот водоем нахер, можно? Прикинь, кто-то плывет по речке, а ты такой: херакс, лови, сука. Нет, жарануть нельзя, ребята, к сожалению, рыбку. Сделать себе супчик не получится у нас. Но, тем не менее, у нас есть еще одно нововведение, помимо брони. Да, броня выглядит вот так вот, ребята, на мужском персонаже, довольно эпично. Весь футуризм арка начинает передаваться, просто многие ребята думают, когда только арку видели, писали: «Чё за херня, блин? Динозавры, сука, блин, каменные топоры, что за дичь, какие нахер автоматы там и вся эта фигня, гранаты?» Ребята, Ark Survival Evolved, здесь будущее.
То, что в этом, на этой планете ходят динозавры, это не значит, что люди-то не из будущего. Это не значит, что люди не высокотехнологичные. Все мы здесь высокотехнологичные. Это ковчег. Так, хорошо. Mm-hmm. А что ты все забрал-то, блин? Сейчас, крафтицы еще. Ётить. Взял, все забрал. Ну на, не плачь. Ну все, я не плачу, я тоже хочу просто, блин. Все, у меня все есть. У меня все есть. Все, можешь дальше себе. У меня, я все взял. Не плачь, говорит, ёптить. Так, ладно, хорошо, давай выстроим какую-нибудь красивую херню. А, ты уже вон фондейшены поставил, я смотрю. Вот такая у нас красивая херня, ребята, с вами получается. С видом на море. А знаешь, я тебе что могу сказать? Что выглядит это довольно неплохо. Довольно неплохо, братан, выглядит-то эта дичь. То есть я бы даже не сказал, что это выглядит плохо. Потому что оно реально неплохо. А наклонные есть у нас здесь предметы? Все же типы? Нет? Только крыши наклонные. А, ну вот я ее и искал. Так она у тебя в инвентаре должна быть. Я наклонную не брал как раз. То есть, поэтому и не делал, как говорится. То есть, только наклонная крыша у нас получается, да? И стеночек у меня нет. Ну, давай попробуем сделать вход в нашу тепличку, я не знаю. Сделаем дверь. Это вообще гринхаус, ребята. То есть, здесь можно делать теплицу. Ну, просто я не знаю, какой дурак будет в открытую жить в таком помещении. А прострелить это, интересно, можно? Слушай. Ну, попробуй. У него хп, посмотри, количество. 100! Братан, любой гранатой ты... Они забыли, что ли, добавить хп? Может быть. Они снова забыли добавить хп? Они любят забывать вещи. Ребята, разрабы снова забыли добавить хп. Просто замечательно. Просто великолепно. Вот этого я не ожидал. Так, отлично. У тебя еще стеночки есть? Ну, там должны вообще скрафтиться, по идее. А, сейчас я прибегу, посмотрю. Блин, красиво выглядит, слышишь? Но разрабы забыли добавить хпшечку. Угу. Опять какой-то косяк. Опять выйдет фикс, ребята. Поэтому, скорее всего, будет фикс. 100 хп, это не то хп. Сука, это же солома. Должно быть это же солома. Солома и то круче, по идее. Да. Да-да-да, это хуже соломы, друзья. Это даже хуже соломы. То есть это вообще полная хрень. Как бы. Если мы вот так вот сделаем. Как? Чё ты там сделать решил? Блин, я не могу внутри дома взять гранату. Чё за фигня? Ты чё, решил бомбануть это все? А что? Нет. Ты не вздумай, подожди, давай достроим красоту-то. Да. Ты уже бомбить решил? Сейчас мы достроим красоту и бомбанем нахер ее. Будет весело, будет интересно зато. Как мне кажется. Правильно? Так, да. Блин, а здесь треугольник не ставится. Короче, портак у нас. Портачелский. Портачел... Эй! Как она разламывается, смешно, ты видел? Слушайте, ребята. Дзинг! Дзинг! Просто... Просто тупо дзинг-дзинг, и не более того. Так, так, а здесь как бы сделать-то? А здесь никак и не сделать, да. Здесь сделаем вот так вот. Блин, здесь получается ниже придется сделать, потому что там треугольника не хватит. А, ты здесь решил наклонить? Ну, хз. Посмотри, как уродски выходит. В смысле? Так там просто треугольник сделать. Так он не влазит туда. Я ж тебе так говорю. Вначале его надо треугольник поставить просто. А потом это. А, вот так ты имеешь в виду, да? Mm-hmm. Кстати, да. Можно вот так. Ты мастер по треугольникам, я смотрю. Ладно. Это не важно. Стеночка есть? Есть. А, нет уже. А куда тебе? А ты уже поставил? А, эту да, наклонные нужны. Вот так вот выглядит у нас, ребята, домишко теплицкий. Угу. Вот так вот выглядит теплицкий домишко. Кстати, здесь можно сфоткать. Да не, мы его отдельно сфотаем. Давай отдельно его сфотаем.
Вот такой вот, ребята, у нас дом. Такая тепличка получается. Ну, что я могу сказать? ХП улетает, 2 удара, блин, 50 хп ушло. Дай гранату. Это весело. Давай одновременно кинем и просто разрушим. Подожди. Здесь не хватает бриллиант положить только на стенде. Просто. Так, берем, значит, руку гранату. Мы с тобой грабители этого дома. Залетаем такие. Подожди, раны. Во мне взорвалось. Так, броня не ломается. Залетаем такие. Оба-на! Поехали, братан. И? А у меня бэнч! Охренеть. В говно! На факин куски, ребята. Пересмотрите это в замедленном виде. Это просто жесть. Что-то я заметил, какая-то фигня, что внутри здания нельзя оружие как в руки взять. А, типа защита такая. Эта территория охраняется, внимание. У меня сейчас граната не активировалась, пока не взорвалась почему-то. Я понял. Ну, фундейшену похер вообще стало. То есть, а любое стеклянное вот это вот наше... А вот стекло просто жесть, блин. Просто, смысл, ребята... Блин? Оно так дорого стоит, в принципе. А, ну, так, блин, они же, это же, скорее всего, изменят, братан. Ну, не может быть 100 хп. Какого хера здесь пингвин бегает? Ну, на по тебе... 10 металла, по 35 что? Кристаллов, блин. По 10 цементной хочешь пасты, шутку там... юмора? Чё такое? С одной тычки пингвину сломался электрический этот станер, который должен был застанить животного. Иди ударь какого-нибудь там? Динозавра. Где? Где пингвин? А, вон там он ходил. Эй, мистер Пингви, возвращайся. Где пингвин? Нифига, где ты его тут нашел, блин? Он здесь был? Далеко отбежал? Неужели он уснул где-то дальше по дороге? А вон, есть животное дальше. Паразавр. Да, вот попробуй об него ударить, ты охереешь. Просто охереешь. Сломался? Он уснул. Да, 2 удара я смог, и он уснул, прикинь. Но сломался. Сломался, 2 удара я смог сделать, да. И уснула, тварь. Прикольно, этим усыплять можно, оказывается. Ну, то есть ты можешь сразу застанить даже. Вот тебе не надо томить больше, ты подъезжаешь и даешь тычок. Как я понимаю. Mm-hmm. Че, ребята, бомбанем парика. Смотрите. Оп, и минус парик. Бададанч. Нет? Что? Сука, что там за броню придумали? Динозаврам еще теперь, ребята, что за хи... О, вот теперь минус. Да все, уже убил. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, такое вот обновление ввели нам разработчики. Наверное, будут еще фиксы, будут балансы всей этой дичи, которую нам вводили. Тем не менее, спасибо вам огромное за лайк, если вы хотите продолжать видеть Ark Survival Evolved на канале. Ну а с вами был мистер Нуфикс. И Шеморо. И всем пока! До новых встреч! Таран-таран-тан-тан. Пойдем сейчас поугараем, да, с этими палками? Да-да-да, обязательно. Ну все, ребята, всем пока. Всем пока.